мы сделали замеры и приступили к манипуляциям. Человек у нас сразу вспотел, моментально высвободилось росло. Произошло высвобождение лимфатической системы. Полностью человек мокрый. Как это работает? Когда мы берем, высвобождаем ключицу, правим ее и переживаем артериальное кровообращение, кашляем. Человек начинает кашлять, у нас происходит освобождение венозного тока. А так как мы воздействуем непосредственно на головной ствол, то происходит высвобождение яремной вены и парной, точнее яремной, да, правильной вены, и парной, непарной вены. Тем самым улучшается работа сердечного ритма. Потом мы воздействуем на полую вену и аорту. Кашля.